Всем привет! Вы на канале Funny Games for You. И сегодня мы поиграем в игру Джуманджи. Друзья, бегите. Ну, побежали. Это у нас раннер, да? Это бегалка очередная по мотивам фильма Джуманджи. Если кто-то смотрел, то ставьте лайк. Уже вышла, да, вторая часть в кинотеатрах вышла, но мы не смотрели вторую пока что, мы смотрели только первую. Так, это кто такие? Что надо? А, сбивать их надо, понятно. А, картон. Как супертон. Вот так, понятно. Ой, магнитик, пробежали мимо. Ой, сумка какая-то. Что это такое? Пока непонятно. Папа. Вот, сумка какая-то. Давайте попробуем ее взять. А, тут много просто денег, да? Золото много. Ой. Ой, сейчас я чуть не врезалась в него. Так, интересно, зачем нам столько слитков, да? Да. Получите щит. Это наше задание, получается. Бумеранг какой-то. Ох ты, смотри как. Прикольная штука, бумеранг, да? Сразу всех раскидала. А вот он был щит, который мы не получили, да? Да. Пробежали мимо, к сожалению. Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Как он классно, смотри, прям вверх! Прикольно! Что-то необычное, да, так можно вверх бежать? Я с первого раза уже давно попал. Нас настиг этот камень. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Сундуки. Попробуем открыть сундук, посмотрим, что нас ждет. Пятьсот слитков. Это что? Это что-то пока непонятное. Магнит. Исследуем карту и найдем наших друзей. Интересно. Ой, так, можно. Можно покупать, да, получается, территории, что ли, да? Второй уровень. А, даже так. Ну, давайте еще. Здесь есть уровень. Бегите, получается, мы не можем больше купить ничего? Давай посмотрим. Карта не открывается, нас только посылают купить. Ну, давайте, побежали, посмотрим еще раз. Пока у нас только один персонаж, я так понимаю, доступен, да? Да. Перепрыгните через препятствие два раза. Щит. Так, я даже не знаю, надо ли вот эти кубки, да, их собирать. Ой, прям щит. Так. Щит. Вот это да. Получи. И ты тоже. Графика супер. Прикольно, да, сделано. Оп. Очень даже классно. И графика. Прям главный герой похож на себя в фильме, да, вообще классный. Джуманджи. Так, один мы... Сейчас, одно препятствие перепрыгнем, давайте... Ай-яй-яй! Так, и что у нас? Получите магнит. Там это... арбалетчик. Ух ты, это что такое? Что сейчас было? Прикольно, столько всего интересного, да? Ой. Теперь, это в разных получается. Это кто такой? Викинг. Чё, а как его сбить-то было? Или не надо было ничего сбивать? Не надо было. Не поняли, мы немножко не разобрались. Давай попробуем. Ну, а я, кажется, понял. Миссии завершены. А, смотрите, 5 миссий, и нам дадут тогда сундук, получается, да? Да, 5 ключиков. Да, ну, ключ дают за миссию завершенную, понятно. Давайте попробуем тогда посмотреть карту. Третий уровень. Это получается как бы улучшение, да, мы разблокировали. Да. Так, исследуйте джунгли, чтобы спасти Руби. Понятно. Мы можем здесь еще купить. Да, у нас было 3 камешка. Четвертый уровень.
Остальное все у нас получается за слитки и один вот за камешки. Это получается кристалл. Новые территории, да? Дюны есть, кристалл. Оазис, да, кристаллы. Давайте попробуем еще разочек пробежаться. Ага, смотрите, что-то на нем горит тоже. Бумеранг. Он становится быстрее. Улучшим нашу особую способность, это нам пишут. Понятно. Давайте посмотрим, что еще есть. Нет, надо покупать. Надо обязательно купить, да? Мы не хотим покупать. Я бы лучше карту там купила. Ну ладно. Заставили нас купить. Алло. К сожалению. Вы уговаривать умеете. Да. И получается, мы можем улучшить, допустим, вот магнит, двойное золото, щит, да, для этого специальные значки нужны. Понятно. Все, больше. Больше пока нечего, да, нам улучшать. Вот наши герои, которые могут. Мы должны их открывать, да, классно. Динамит и свисток. Это что? Компас у него способность, да, здесь свисток, здесь нунчаки, а здесь бумеранг. Ну что ж, давайте, пока у нас только один персонаж открыт, и мы только с ним можем играть. Ну давайте еще разочек посмотрим. Очень насыщенно, да, все событиями, и спереди, и сверху, и по стенам мы лазим. Прикольно, прикольно. Он тебя восхищается. Уклонитесь от препятствий два раза. Что значит уклонитесь? Вниз, что ли, когда? Или как? Ну, наверное. А, нет. Что-то непонятно. Ой. Ладно. А ну да, в принципе, все. Вот. А что там, победите грифов? Два. Мы не поняли, как их побеждать, кстати. Я не поняла. А почему он красный сейчас? А почему он красный сейчас? Я не знаю, почему он красный. Ай-яй-яй! Как так? Куда ты убежал-то? И главное, обратно не запрыгнешь, получается. Или запрыгнешь, просто надо было нажать. Давайте еще раз. Никак. А, проведите вверх, чтобы победить грифов. Вот совет надо читать. Понятно, давайте почитаем советы. Получите магнит. Следующее у нас задание. Прикольная игра, слушайте, мне нравится. Ой. А вот и магнит. А это кто там? Был. Какое-то, да, непонятное существо. О, прыгаем! Получите двойное золото. Тоже надо собрать, значит, получается. Получи. О, спасибо за алмазик. Какой-то бонус, давайте найдем его. О, монетки нам нужны. Монетки, да, слиточки нам нужны. Нам надо еще открывать территорию и спасать наших друзей. Вот, получите. И вы тоже. Ой, у меня прям глаза от этого звонилось. А, наверное, когда улучшаешь эту способность, скорее всего, дольше просто действие бумеранга бывает, я так понимаю. А и может, сильнее. А может и нет. А, ну хотя. Давайте. А куда сильнее? Все равно всех раскидываем. Скорее всего, просто дольше оно действует. Давайте. Что-то нам не дают двойное золото. Привет. Куда побежал? Это как том за золото. Как том за золото. Вот, взяли мы. Мне это напоминает просто какая-то каша других игр. Ну, все равно все игры похожи, да, друг на друга, но что-то свое тут безусловно есть. Конечно, очень похоже, да, на фильм. Прям по фильму классно. Очень даже интересно. Так, по стене мы опять поползем. Опять сейчас камни будут на нас сыпаться. Сейчас надо внимательнее. Вон они уже готовы на нас обрушиться, да. Упасть. Ай-яй-яй. Ай. Ну как так? Не получилось чуть-чуть. Вроде как нажали мы. Да. Кстати, победите щитоносцев. Нам надо следующее задание. Рекорд побили. Давайте попробуем еще раз сразу, чтобы миссию нам эту завершить. Привет. Щитонос. А нет, перепрыгните препятствие. Новое, получается, обновилось, да, на задание? Да. Думаю, лучше нам взять сейчас магнитик. И алмазик. На. Давайте перепрыгнем. Сейчас лила оставаться. А он исчез.
Так, и вы тоже. Ай-яй-яй, надо же было его ударить. Ну что ж такое-то? Они исчезают? Хотел бы я такую способность. Хотел. Чтобы победить щитоносцев, нужно два удара. Да, надо читать пока эти советы, получается, потому что не все знаешь. Так, получите золото 50. Я думаю, что это, в принципе, легко. Ну, попробуем. Если только камень нам на какой-нибудь не свалится неожиданно. Ай! Ну, ладно, неважно. Получите. Получите щит. Следующее у нас задание. Пропустили. Так, мне уже там интересно посмотреть на карту, что мы сможем открыть. Полетел, да, полетел без всяких самолетов. Какой пианино сейчас было. Отдай нам золото. Нам нужнее, нам надо друзей спасать. О, щит. Грифон. Ну, так, вот о. Что там было-то? Непонятно. Горилла какая-то. Так. Еще секунду. О, ой, опять этот зверь. Опять мы бежим, да, получается, лицом. Ай, надо здесь, получается, убежать. Собака. Да, мы, если бежит на нас сзади, мы, получается, ничего не можем сделать, что ли, только увернуться. А, может быть, перепрыгнуть можно было. Ну ладно, давайте откроем ящик. Надеюсь, что-то годное выпадет. А, нам надо еще подождать. Мы только взяли ящик. Хитро. Все понятно, интересно, да. Хитро. Ну хорошо, ладно, пускай. Вот эту часть мы можем до конца разблокировать, получается, да? Множитель на 5 мы достигли, да? И вот можем начать с носорогом тут улучшать. Шестой левел. Шестое улучшение. Получается, что Руби мы... На 56% только спасли, да, чуть-чуть нам еще нужно накопить. Пока у нас вот такой только персонаж доступен. Это что такое? Кубок какой-то. А, получите награду в процессе, да? Дальше будет. Да, нам дали, как это называется, алмазик, не алмазик, да, какой-то камень. Кристалл. Ну что ж, друзья, вот в такую игру мы сегодня поиграли. Я думаю, что мы будем играть еще. Будем спасать наших друзей, открывать новых персонажей. Мне понравилась эта игра. Спасибо большое тому, кто нам посоветовал в нее поиграть. И, конечно, я надеюсь, что вам тоже понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Всем пока-пока!